Елизавета, что вы делаете? Чем пьет? Лед. Да. Но это я так, это я не буду выкладывать. Скажете что-нибудь? Нет, мне нравится. Скажете что-нибудь? Не скажу. Ну почему? Я там сейчас на сцене что-то говорю. Да, а меня не было. Ну я понимаю. Я сразу теряюсь. Давай мы скажем. Здрасте. Это наша серия. Расскажите анекдот. Сразу забываю все анекдоты. Соня? Соня, скажи что-нибудь. За меня скажи что-нибудь. Скажи всем привет. Что у нас за... А, вчера был, вчера. Мат, пока. Как вы могли забыть? Скажи нам, Соня. Я так, знаете ли, переволновалась, имею право. Я была чайкой. Мне понравилось? Ей понравилось. Это не супер? Это любовь. Она не ожидала такого. Увидеть. Иди в машину уже. Саша, пока. Не кому ты улыбнешься? Все, я вас спасибо большое, до свидания. До свидания. Идем в нашу любовь. Что брать будем, не знаю. Мокко. С добавлением? Без добавления. Без всего? Вот это да. Вот это а было. Я пью зеленый чай. С добавлением? С добавлением малины. Итак, друзья, мы сидим в Старбаксе, я встретила своего подписчика. Всем привет, меня зовут Юрик, мне 15 лет. Я увлекаюсь как бы сериалами, железной дорогой. В общем, всем всем годом. Круто. А это Лиза. Здрасте. Такие вот дела. Нет, say hi. Ха. Ой. Say hi. Всем привет. Я встретилась с Настей. Она тоже снимает влог. Yeah.
Короче, мы идем на мост, чтобы пофоткаться. Этот мост был в фильме «Парфюмерши». Вот, сооружён. Всё. Ребята, мы нашли какую-то крутецкую площадку, и мы сидим, катаемся на качельке. А еще вот там вот есть спортивная площадка, и она тоже очень крутая. Здравствуйте. Добрый день. Утро. Ребята, я встретила Акту и Любарскую. Мы чисто случайно их встретили. И да. Второй раз за день, как бы. Юлю, да. За день? Да. Я зашла в Дрозу. А! Найс! To meet you! Причем мы чисто случайно встретились. Да! Причем Лиза ко мне подходит сзади. У меня сразу сердце чуть не выпрыгнуло. Я Лизе сказала, Лиза, я могу тебя ударить? Ты влоги снимаешь тоже? Да. Классно. Я скину потом ссылку на свой канал. Интересно. У меня почти 2500. Слушай, молодец. Это классно. У меня сейчас 17. Я к этому шла очень долго. Ну, серьезно, это прям очень долгий процесс. Так что главное просто не останавливайся. Хорошо. Это будет, я просто как-то остановилась на месяца 4, наверное. И все стало очень плохо. Юля, почему ты мой костюм? Лучше потом купить. Блин, да пусть хорошо. Там я моя фиолетовая. Очень люблю свое лицо вечером, потому что вечером я не отекаю. Мне кажется, мне нужно просто снять видео про то, как нормально выглядеть с утра, потому что это просто огромная проблема. С утра, мне кажется, у всех лицо наперекосит. Именно поэтому, кстати, все звезды назначают съемки на вечер, потому что с утра и у них тоже лицо наперекосят. Ну, их там гримируют. Да все равно, слушай, все видно, заметно, очень сильно. Какой бы ты там грим не положила? Нет. Что за палевная съемка? Нет, она беспалевная. Ну, вспышки же нет. Ребят, я наконец-таки приехала домой, и этот влог наконец-таки можно сказать законченным, потому что я снимала прямо несколько дней, мне кажется, 4 точно. Поэтому, если вам понравился этот влог, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и я вас очень сильно всех люблю.